Смирно. Дорогие участники регаты, хочу предоставить слово руководителю регаты, главному судье регаты и организатору нашей регаты. Слово предоставляется главному судье соревнований Шумилову Олегу Владимировичу. Здравствуйте, дорогие наши спортсмены. Мы начинаем с вами сезон 2014 года. Сегодня регата «За единую Украину» будет проходить недалеко от областного яхт-клуба и будет состоять из одной большой гонки. Стартовая линия возле на траверзе областного яхт-клуба. Первый буй контрольный. Это буй номер 9, огибаем левым бортом, две петли. Второй знак, это стартовый знак, который будет стоять там же, где будете стартовать. Пятиминутный старт. Записи на участие в этой регате подаете в бюро регаты или лично мне. Хочу пожелать вам хороших спортивных результатов. Почему? Потому что сезон только начинается, к сожалению, все могут принять участие. Но все равно ветер не сильный. Думаю, что победит сильнейший. Спасибо. Прошу почтить минутой молчания всех ушедших, всех погибших за нашу единую Украину.